Сегодня президент Татарстана Руслан Миниханов встретился с директором по продажам сети Евроньюз Жильберто Грибада. Обсудили сотрудничество, в том числе по освещению универсиады. Республика взаимодействует с телеканалом 7 лет. Его работники изготовили и показывали ролик о Казани как кандидате на проведение игр. И участвовали в проведении кампании по формированию ее хорошего образа.